Какой прекрасный денек. Разбужу-ка дочка. В школу пускай она не опоздает. Дочка. Мама, ты меня напугала. Вставай в школу. Ой, точно. Сейчас. Я только соберу вещи. Все, я собрала. Ну, иди. Пока. Пока. Я за тобой сегодня приеду. Или ты с пешком придешь? Пешком приду. Хорошо. Осторожно, на улицу скользко. Хорошо. Доченька, вставай, тебе надо в садик. Ой, мамочка, извини, я не хочу сегодня в садик. Ну, как тебе и быть, ну, иди. Хорошо, разрешаю один день пропустить. По тебе там никто в садике из твоих лучших подружек не будет скучать? Нет, нет, мама. Ну хорошо, тогда спи. Я пока посижу ВКонтакте. Так. Набираю. Привет. Пока. Пускай тут стоит. Пока кушать что-нибудь приготовлю. Я встану пока. Что это мама пишет? Привет. Ну, наконец-то я смогла хоть один раз что-нибудь прочитать. Что делать? Сестренка спит. Пит, мама не разрешает, наверное, ее будить. О, прекрасная идея. Я же могу мамину. Ой, мне маму перерешать ее косметику трогать. О, вот же. Самая хорошая игрушка. Все, доигралась. Доченька, посмотри, кто-нибудь мне написал. Да, написали. Привет. Как дела? Чего делаешь? А, ну сейчас подойду. Ну, так. Все хорошо. Я ничего кушать готовлю. Дочка, ты не собираешься свои игрушки убирать? Или ты будешь так и лежать? Не знаю, может быть. Нет, может быть, да. Платье, что ли, не одеваешь? Я сколько уже тебе? Вот это вот платье сними, потому что тебе будет в нем жарко уже. Давай, я только ем. Ты не меня. Какое платье сложное, мама? Зачем ты мне такое купила? А ты не хочешь красивой выглядеть? Хочу, конечно. Это самое красивое платье в магазине. Ну, наконец-то у меня хотя бы платье.
такой. Да, мама? Да. Сама мечтала о таком платье. Сама его не одевает, видишь. Не хочет его одевать. Я игрушки пока уберу. Ты пока... Сестренку разбуди. Хорошо. Давай. Мамочка. Что? Я хочу сосочку. Сейчас.